В Шымкенте по улице Желтоқсан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомашин. Здесь столкнулись «Лада Гранта», «Субару», «Лассетти» и «Ниссан Премьера». По словам очевидцев, водитель «Лассетти» при попытке совершить поворот влево остановился. Следовавший за ним водитель также успел среагировать, чего не скажешь о других участниках дорожного движения. В результате – авария. К счастью, никто из людей не пострадал. Автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожно-патрульной полиции. По проспекту Токихана перевернулось авто. Водитель ВАЗа, по всей видимости, двигался на большой скорости, а при подъезде к мосту не справился с управлением и вылетел с дороги. К приезду сотрудников полиции автовладельца на месте происшествия не оказалось. Кому принадлежит авто, придется установить сотрудникам дорожно-патрульной полиции. В середине ночи сотрудникам полиции поступило сообщение об автомашине, которая осталась без присмотра. Прибывшие полицейские установили, что на пересечении улиц Лихачева и Дулати автомашина марки Volkswagen Golf провалилась в ирригацию. В салоне авто также находились ключи от авто, а двери были открыты. Личность горе-водителя устанавливают полицейские. Полицейские Туркестанской области задержали организованную преступную группу, промышлявшую разбойными нападениями. Одно разбойное нападение на дом жителя Козыгурского района преступная группа совершила в сентябре текущего года. В ночь на 25 сентября подозреваемые потерпевшего, где угрожая оружием, связали хозяина и его домочадцев и потребовали отдать деньги. Испугавшись за жизнь родных, мужчина отдал нападавшим деньги, золотые украшения и другие ценные вещи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на одной из съемных квартир в городе Шымкент полицейские задержали подозреваемых, в том числе организатора ОПГ. Стражи порядка изъяли у задержанных гладкоствольное оружие, пистолет, обрез 16-го калибра и другие вещественные доказательства. В настоящее время, по данным фактам, следователями департамента полиции Туркестанской области проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Полицейскими выявляется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.